Уважаемый профессор Десай, мы представляем НИИ урологии в Москве, возглавляемый профессором Аполихиным Олегом Ивановичем. Частью нашей работы является предоставление современной научной информации со всего мира российским урологам, поскольку языковая проблема является одной из основных в российском медицинском обществе. Очень мало урологов знают английский язык и, как следствие, не могут почерпнуть информацию из материалов зарубежных урологических организаций и журналов. Поэтому мы переводим достаточно много статей, тезисов, материалов конференции, а также проводим интервью с признанными лидерами в области урологии, чтобы предоставить российским урологам информацию об урологических сообществах и их работе по укреплению научного сотрудничества в этой области медицины по всему миру. Итак, не могли бы вы рассказать об основных целях и задачах SIU? Какова основная роль SIU в международном урологическом сообществе? I think you have brought out very good points. SIU is basically... Основная цель SIU – это улучшение лечения урологических заболеваний, которые, как правило, не имеют границ. Они существуют по всему миру – в США, Японии, России и в Африке. Одни и те же заболевания различаются по своему течению. Где-то они диагностируются на ранней стадии, где-то на поздней. Доступные методы лечения также различаются. SIU – это всемирная организация, в которую входят урологи 124 государств. Страны-участники кардинально отличаются друг от друга. Так, например, в Японии 130 миллионов населения и 8 тысяч урологов. В то же время в Нигерии население 160 миллионов, но в стране работает менее 100 врачей-урологов. В США и в Европе на одного уролога приходится 50 тысяч населения. В Китае 80 тысяч населения. А в Индии один уролог на 600 тысяч человек. Исходя из этого, одна из наших целей – это распространение урологических знаний, урологического образования во всех уголках мира. Страны различаются по уровню урологического образования, урологической помощи, а также по уровню понимания пациентами своих заболеваний. Наша цель – это убедиться, что урологические знания доступны для всех. Поэтому мы и проводим конференции. Здесь я встретил много моих русских друзей и был счастлив услышать их хороший английский язык, увидеть, как они общаются с зарубежными коллегами и интересуются многими заболеваниями, в том числе и мочекаменной болезнью, в которой я являюсь экспертом. В течение конференции вы не всегда получаете хорошее образование. Иногда понимаете содержание слайдов, но не понимаете акценты доклада. Чтобы избежать этого, SIU организовала проведение вебкастов. Когда вы возвращаетесь домой, то можете еще раз прослушать эти доклады и увидеть слайды. Если вы работаете в научном учреждении, таком как НИИ урологии, сотрудник института, знающий английский язык, может организовать перевод вебкаста. And then he can say what is important. Переводчик может помочь аудитории расставить акценты в ходе доклада. Это также важно и для печатной продукции.
Если хотите донести информацию на вашем языке, то нет необходимости переводить всю книгу или весь журнал. Вы можете выбрать только самые ключевые главы или статьи. Эксперт может сказать: «Да, это важная статья, давайте ее переведем на русский язык, потому что она очень важна для российских врачей, и в ней есть новые данные». Когда мы озвучиваем наши действия и движения, это дает зрителям гораздо больше, чем просто рассказ. Я видел русские народные танцы, но не знаю русский язык. А когда я увидел, как танцуют русские, как они выражают свои эмоции через движение, я понял их язык, потому что он универсален. Также и в хирургии. Когда вы показываете эндоскопическую операцию, зритель может не понимать вашего языка, но он увидит, что вы делали, запомнит это и сможет впоследствии посмотреть это в учебниках и журналах. Учитывая все это, мы провели эксперимент. Организовали 5 семинаров. 4 из них были проведены в моем институте в Индии в формате вебкастов и загружены в интернет. И урологи из всех стран, участников SIU, могли подключиться к вебкасту. Россия также была одной из стран, просматривающих вебкаст. К просмотру присоединились многие люди, поскольку у них был пароль к подключению. Они смотрели операцию по пластике уретры и были очень в этом заинтересованы. Мы проводили интернет-анализ, какие страны были наиболее активными. SIU организовывали небольшие семинары, в которых участвовали 100-200 человек. Было только 52 подобных семинара только в моем институте, в которых приняли участие 2900 врачей. Мы провели 4 вебкаста. Число зрителей составило 18525 человек. Например, в Бангладеше через одно подключение вебкаст посмотрели 52 человека, спроецировав его на экран через проектор. Они также задавали вопросы через интернет. Также и в России. Вам не нужно, чтобы все врачи разговаривали на английском языке. Достаточно, чтобы человек, знающий его, организовал трансляцию. Интернет or visual is a medium. Он сможет объяснить людям, что происходит, а те могут задавать вопросы также через переводчика. Интернет — это инструмент, который может и должен использоваться для обучения. Что важно, это получение знаний и тренировка навыков. Знания вы можете получить через книги, посещение конференций, а чтобы отточить практические навыки, можете обратиться в учебный центр, пройти лапароскопические курсы. SIU имеет 28 аккредитованных учебных центров, в которых есть сухие лапароскопические лаборатории, а также возможность обучения на животных моделях. Когда вы посещаете практические занятия, то становитесь опытнее. Учитесь принимать решения в ходе операции, работать обеими руками. Одним словом, практикуйтесь. Каждый человек, который сейчас является хорошим хирургом, не родился таковым. Но практикуясь, он стал хорошим специалистом в этой области. С одной стороны, хирургия — это искусство, так же, как танец живота. Но с другой стороны, это наука. Медицина — это наука. Но когда вы прикладываете к пациенту, это становится искусством.
Но в тот момент, когда вы применяете свои навыки и знания к пациенту, это становится искусством. Вы не просто выполняете операцию, вы говорите с пациентом, объясняете ему. Например, что касается скрининга ПСА, существуют два пути. Это должно проводиться или нет. Вы обращаетесь к журналам и видите две статьи с противоположными мнениями. Что в таком случае скажете вашему пациенту? Ему нужно знать, делать анализ на ПСА или нет. Все аспекты хирургии сосредоточены на оказании наилучшей возможной помощи больному. SIU – это один из глобальных механизмов обеспечения пациентов одинаково хорошим лечением во всех странах мира. Каждый житель планеты имеет право получить наилучшее лечение из существующих на сегодняшний день. Каждый, независимо от того, в какой стране он живет. Наша работа состоит в том, чтобы убедиться, что вы знаете, как оказать такую помощь. Не могли бы вы рассказать о преимуществах членства в SIU? Первое преимущество – это возможность обсудить с коллегами тот или иной метод лечения. Что делать или не делать? Что хорошо, а что плохо для пациента? Каковы осложнения? Какова кривая обучения? У нас постоянно появляются новые идеи, инновации, но для этих инноваций проводятся грамотные исследования, проспективные, рандомизированные, результаты которых докладываются в ходе конференции, а после обсуждаются и принимаются здесь. Далее вы можете применять этот метод по всему миру. Но до этого он является только экспериментальным. И вы не можете проводить эксперименты на ком-либо без необходимой информации. Если ваши результаты хороши, вы обсудили это с коллегами со всего мира, это становится лечением, основанным на доказательствах. Необходимо лечить пациента только теми методами, эффективность которых подтверждена методами доказательной медицины. SIU защищает пациента. Оно не позволяет вам применять методы, эффективность которых не доказана. Идеальным вариантом является создание клинических рекомендаций. Однако, когда мы говорим о 124 странах-участниках SIU, невозможно создать одинаковые стандарты для всех стран. Конечный результат одинаков для всех, но пути его достижения обязательно должны быть модифицированы под экономические реалии конкретной страны. Так, развивающаяся страна не может себе позволить делать компьютерную томографию каждому пациенту, потому что это очень дорого. Поэтому они делают только минимально необходимые анализы, эффективность которых подтверждена и в отношении которых имеются данные доказательной медицины. Если вы лечите в таком ключе, это безопасно для пациента. Пациент имеет право на эффективное лечение. Если он не получает такого лечения, он может пойти к чиновникам и сказать: «Смотрите, меня неправильно лечили». На государстве, обществе и общественных организациях, таких как SIU, лежит ответственность за то, чтобы доктора имели возможность обучаться, получать знания. Половину того, о чем я говорю в докладах, слушатели забывают к вечеру того же дня. Устная передача данных малоэффективна. Без немедленного применения знания очень быстро вымываются из памяти. Поэтому у нас есть руководство, журналы и видеопрезентации, которые могут использоваться врачами ежедневно. Но получая эти знания, вы должны постоянно практиковаться на животных. Мы концентрируемся как на теоретических знаниях, так и на практических навыках.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об образцовых учебных центрах SIU. Что нужно сделать, чтобы попасть туда на стажировку? Yes. Now we have the society has. SIU имеет около 30 аккредитованных учебных центров по всему миру. Желающие отправляют нам заявку и пожелания, в каком конкретно центре они хотели бы обучаться. И мы пишем директору центра с просьбой принять этого человека. Может быть, вам не позволят прикасаться к пациентам, но вы сможете говорить обо всем. Если ваша квалификация будет признана, вы сможете оперировать после соответствующей подготовки. Мы предлагаем 6-месячный курс. За это время мы платим вам $5000 США. Принимающая сторона, например, мой госпиталь, предоставляет вам бесплатное проживание и обучение. В течение курса мы в основном обучаем лечению мочекаменной болезни, поэтому люди, которые хотят узнать больше о перкутанной хирургии, эндоскопическом лечении МКБ, приезжают к нам, чтобы учиться всему этому, поскольку у нас есть лапароскопия и робот-ассистированные операции. После этого они возвращаются к себе в страну и начинают там свою практику. В некоторых случаях, по большей части в Африке, нас приглашают к себе. И мы организовываем там семинар, обучаем их проведению операций, ассистируем им. После этого они могут самостоятельно выполнять новые вмешательства. Подобные курсы мы проводили в Нигерии. Контактируете ли вы каким-то образом с органами власти в странах-участниках? Такие контакты наиболее эффективны в странах с одним языком. Например, у меня есть контакт с правительством Непала и их клиническими учреждениями. Непальские резиденты последнего года обучения приезжают ко мне в центр на 6-месячные курсы обучения трансплантации почек. У нас с Непалом один язык, похожие культуры, все схожее. Поэтому они легко идут на контакт. Также к нам в страну приезжают врачи из Бангладеши, который когда-то был частью Индии. А кроме того, из Венесуэлы, Германии. Немцы приезжают к нам, потому что у пациентов этой страны не бывает таких больших камней, которые есть у жителей Индии. Помимо того, у нас обучаются врачи из Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Непала, Бангладеша и Монголии. Сотрудничаете ли вы с другими урологическими ассоциациями, европейской или американской, например? У нас есть благотворительные программы совместно с Американской урологической ассоциацией АОА и Европейским обществом урологов ЕАО, которую мы проводим в основном в Африке. Мы организовали урологические центры в Судане и Нигерии и в других странах этого континента. Но мы используем сообща наши ресурсы и деньги. Каким образом вы сотрудничаете с российскими урологами, если такое сотрудничество имеет место? Я знаю профессора Пушкаря. Он принимал участие во многих симпозиумах, организованных нами. В моем центре есть один доктор из России, который прибыл для выполнения операции по поводу мочекаменной болезни. Но он приехал к нам через одну компанию, когда мы проводили клиническое исследование одного из методов лечения МКБ, чтобы определить эффективность данного метода.
Мы не очень тесно контактируем с Россией, но я знаю многих индийских врачей, которые получали медицинское образование в этой стране. После этого сдавали медицинские экзамены в Индии и начинали практическую деятельность. Хотелось бы вам более тесного сотрудничества с российскими урологами. Мы хотели бы провести конгресс SIU в Москве. Мы уже проводили ежегодные конгрессы по всему миру, но в России ни разу. Это замечательная идея. Когда вы проводите крупную международную встречу, вы автоматически привлекаете огромное внимание к этой конференции. И каждая больница в регионе может прислать своего сотрудника, каждый может задать вопросы и сотрудничать с ведущими специалистами. Врачи становятся более образованными. А если вы при этом еще организуете перевод на родной язык, то тогда еще большее количество врачей смогут посетить конгресс. С другой стороны, мы узнаем, каков уровень оказания урологической помощи в России, и пытаемся выяснить ваши проблемы, услышать их. Но мы никогда не были в вашей стране. Мне кажется, конгресс в России был бы просто замечательным, с высокой посещаемостью, потому что люди очень любопытны и были бы рады приехать в вашу прекрасную страну. Не только для того, чтобы поучиться урологии, но и для того, чтобы посмотреть русские народные танцы и послушать русскую музыку. Как вы и сказали, российские урологи очень любопытные. Нам хотелось бы узнать, как обстоят дела с урологической помощью в Индии. Не могли бы вы рассказать, сколько специалистов этого профиля практикуют в Индии? Как они проходят сертификацию? Должны ли они повторно проходить ее? И, конечно, какая у них зарплата? У нас в Индии сначала вы проходите базовый курс в университете, а затем в течение 3 лет специализацию по хирургии. После этого вы зачисляетесь на специализацию по урологии, кардиохирургии или любой другой субспециальности. За 6 лет перед тем, как вам выдадут сертификат уролога, вы получаете навыки по эндоурологии, лапароскопии, женской и детской урологии. Существует 2 типа практики. Университетская практика, когда вы работаете полный рабочий день и получаете фиксированную зарплату и академический образ мышления. Другой вариант – это частная практика, когда вы работаете в частной клинике и зарабатываете деньги. В частной медицине можно заработать хорошие деньги. В академической карьере есть ограничения, но много денег вы не тратите, потому что университет дает вам квартиру, друзей, оплачивает счета за электричество и другие ежедневные расходы. Вы можете поехать на конференцию. Больница в этом случае может оплатить вам расходы на поездку. Плюс к этому всему вы еще и получаете зарплату. Когда вы работаете в частной клинике, у вас много расходов, но и зарплата тоже высокая. Таким образом, в обеих ситуациях доктора счастливы. Российским урологам было бы интересно узнать, какова минимальная и максимальная зарплата в академической и частной медицине. В академической медицине человек может зарабатывать 600 тысяч индийских рупий в год. Это приблизительно 13-14 тысяч долларов в год. Но при этом жилье бесплатное и квартплата отсутствует. Все доктора получают бесплатные квартиры? Yeah, they have residence quarters. So the professor would have a little bigger house. Это квартиры, принадлежащие больнице, которые бесплатно заселяют в них врачей. Конечно, профессор получит квартиру немного побольше, чем просто врач. У нас есть свой кампус. Если вы работаете в частной медицине, вы можете зарабатывать 600 тысяч, 1 миллион рупий в месяц.
Но вы будете вынуждены тратить 50-60% заработка на оплату жилья и текущие расходы. Частная практика дает вам больше денег, академическая карьера, признание. Вы можете стать профессором, писать статьи, книги, продвигать свои идеи. Это полезно. Сейчас у нас есть кооперативные больницы. Они располагаются в больших зданиях. В них есть все оборудование, хорошие зарплаты для врачей и нет других проблем. К нам приезжает много пациентов из Африки и других регионов мира. Граждане Индии лечатся в своей стране или едут за границу за медицинской помощью? В большинстве случаев необходимая помощь оказывается в Индии, потому что она доступна. Но некоторые весьма богатые люди едут на лечение за границу, так как это модно. Иногда бывают действительно сложные заболевания, например, заболевания сердца или множественные пороки развития у маленьких детей, которые лучше лечатся в центрах за рубежом. Мы проводим экспертизу. У нас есть отличные медицинские центры, но их мало. Такие пациенты контактируют с зарубежным центром через индийскую систему здравоохранения или ищут центры самостоятельно? Моя клиника является благотворительной, поэтому пациенты могут обратиться напрямую или через интернет. Все ли граждане Индии имеют страховку? Что касается наших пациентов, то только 30-40% имеют медицинскую страховку. Государственную страховку или пациенты приобретают ее самостоятельно? Они приобретают ее у частных страховых компаний. Наш госпиталь – это некоммерческая организация, и 60% случаев лечения субсидируется государством. 20% больных лечится бесплатно, потому что мы не имеем права отправлять пациента домой из-за того, что у него нет денег. Поэтому мы возвращаемся к существованию двух систем – частной, в которой больной сам платит за все, и государственной, где помощь оказывается бесплатно. В частной клинике вы платите деньги и получаете немедленное лечение. Приоритетом является комфортное лечение. В обычной больнице вы получаете то же лечение, но оно, возможно, будет не таким комфортным, как в 3-4-звездочном отеле, но это будет бесплатно. Сколько может стоить один визит в частную клинику? Около $100 США. Может стоить и около $50, если это будет просто консультация. Безусловно, если будут проводиться какие-то исследования, то стоимость будет расти. А в России в настоящее время уролог не имеет права выполнять хирургическое лечение, лучевую и химиотерапию онкоурологических заболеваний. Как обстоят дела с этим в Индии? Существуют ли у вас узкие специалисты, такие как онкоурологи, медицинские онкологи, интервенционные радиологи? Хирургическое лечение осуществляется урологами. Например, для рака предстательной железы применяется радикальная простатэктомия, в том числе лапароскопическая и робот-ассистированная. При необходимости мы проводим такие операции. В настоящее время у нас есть отделение, где работают врачи-онкоурологи, то есть урологи, проводящие хирургическое лечение онкоурологических пациентов. Помимо этого, у нас работают медицинские онкологи, которые выполняют химиотерапию и лучевые терапевты. Но хирургическая часть лечения всегда выполняется урологами, поэтому мы проводим обучение врачей онкоурологическим операциям. А что касается андрологии, женской и детской урологии, то здесь какова ситуация? Когда я был студентом, мы привыкли делать это самостоятельно. Но сейчас у нас есть обученные узкие специалисты. Эндоурологи занимаются эндоскопией, андрологи занимаются сексуальной медициной и бесплодием, детские урологи лечат детей, женские урологи занимаются лечением женской части пациентов.
Также у нас есть лапароскопические хирурги, которые выполняют только лапароскопические операции. Такая система субспециальностей очень популярна в мире. Нашей целью является то, что каждый заслуживает получать лечение мирового уровня. Ведь один человек не может одинаково хорошо делать все операции. Подобной помощи не будет качественной. Если вы квалифицируетесь в какой-то конкретной области, то нужно направлять весь свой разум на то, чтобы стать лучшим в этой области, оказывать наилучшую помощь. Сколько в Индии резидентов, ординаторов по урологии? Есть ли у вас точные цифры? У нас в клинике обучается 4 резидента каждый год обучения. В целом 12 резидентов и 2 курсанта. Один человек, обучающийся по программе SIU, и 6-7 наблюдателей. А сколько человек обучается урологии по всей Индии? Около 120-130 резидентов. Сколько точно человек обучается в каждой больнице? На каждого преподавателя может приходиться не более 2 резидентов. Это строгое ограничение. Поэтому мы не можем выпустить в своей стране достаточное количество специалистов. И мы отправляем наших студентов обучаться в США или Великобританию. Затем они возвращаются и работают в Индии. Когда я был студентом, здесь было всего 2 университета, которые выпускали специалистов по урологии. Это было в 1967 году. И я поехал в Англию для 5-летнего обучения урологии, после чего вернулся домой. Кто и как сертифицирует эти центры? В настоящее время более 100 центров в стране проводят обучение по этой отрасли медицины. Во-первых, Центральный экзаменационный совет. Во-вторых, это Индийский медицинский совет. Это регуляторные органы, они принимают решение о квалификации больницы как учебного центра и убеждаются, что вы преподаете урологию должным образом. Они принимают внешние экзамены. Экзамен Центрального медицинского совета проводится в 1-2 местах в Индии. Индийское общество урологов принимает в этом какое-то участие? Нет, Индийское общество урологов не принимает участие в экзамене. Но общество урологов может влиять на результаты экзамена в каких-то спорных вопросах, лоббируя интересы учащихся. Урологическое общество – это сообщество врачей-урологов, основная деятельность которых – это лечение и наука. Но помимо этого, общество занимается последипломным образованием и готовит резидентов к экзаменам. В России существует несколько обществ, связанных с урологией. Российское общество урологов, общество детских урологов, общество онкоурологов, общество андрологов. Какова ситуация в Индии? В Индии существует 1 урологическое общество с различными секциями. И все они находятся под одним зонтом. Мы имеем 1 общество, разделенное на 4 географических зоны – северную, южную, западную и восточную. Каждая из них проводит свою собственную образовательную программу и 1 раз в год – экзамен. Вопрос сотрудничества в стране, где живет 1 миллиард человек, которых нужно лечить одинаково хорошо, весьма болезненный. Каждая зона имеет свои небольшие регионы и соответствующие общества. Каждый регион имеет в себе города, в которых также имеются отделения урологического общества. Таким образом, каждый участник общества имеет доступ к учебным программам в течение всего года. И если вы посмотрите на количество учебных программ, то их достаточно много. Это очень хорошо структурированная единая система, потому что в России существует множество различных обществ, которые порой конкурируют друг с другом, и поэтому организовать сотрудничество весьма и весьма сложно. Как я поняла, вы никогда не были в России. Пока я ни разу не был в вашей стране, но был бы рад приехать.